мы начнем. Ну, человек, ну ладно. Всем привет! Надо как-то зайти так. Всем привет, дорогие друзья! Знаете, сегодня у нас будет необычный выпуск. Главное, чтобы я не пропадал из камеры. Просто я снимаю на GoPro, и у меня эта камера нифига не работает, и надо на что-то хотя бы снимать. Еще компьютер, сука, не читает карточки мои. Вот. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное блюдо. Мой друг хочет открыть кафе, можно даже и рестораном назвать, где он будет готовить супер-мега-бургер. Я ему буду в этом помогать, в открытии и в готовке. Вот. И так как мы все-таки решили с ним готовить бургеры, то надо приготовить сегодня вкусный бургер, причем не из фарша, а из хорошего рубленого стейка. Мы его будем вот рубить. И готовить нам понадобится лучок, чтобы украсить хорошо булочки. Ну, лучше самому, конечно, их приготовить. Ну и помидорки, ну и, конечно же, это, на чем жарить, оливковое масло. Ну, лучше всего это очищенное светлое масло. Ну и ножик, кстати, я сегодня купил такой хороший. А то тут все затуплены будут. И сковородка нам понадобится. Вот. И начинаем. Хорошее мясо, причем это у нас Black Angus, 150 дней зернового откорма, и отрезаем от него кусочек. Я расстроился. Кстати, если хотите посмотреть, как все происходило, как съем, потому что понятно, что на видеомонтаже я что-то уберу, что-то срежу, да? А если хотите посмотреть, как все происходило, с каким томатом, все шло, как не получалось ничего, обязательно смотрите на... Блин, я опять забыл. Только... А, телескоп или как-то. Перископ, вот. На перископ заходите и смотрите. Так как мы уже получили вот такую вот основу, да, теперь мы то, что нам не нужно, скинем, да, и теперь начинаем вот каждый вот этот слайд разрезать на еще на квадратики, да? Всегда обязательно надо вот так чик-чик-чик-чик и поделать ножи. Это делается не для того, чтобы нож типа заточить ноги и так думать. Вот, вот так вот поделал, и нож стал супер острым, вот прям и режет. Нифига, это не для этого. Это для того, чтобы все заусенцы, которые появляются на отрезке, там, их немножко сточить. Да? И теперь мы просто берем и начинаем рубить мясо. Понимаете? Раскладываем и начинаем прорубивать. Нарезаем. Бургер, ну чтобы мясо у нас. И все, и начинаем мешать. Хорошо мешаем. Ну, минут 10 точно надо помешать. Ну все, друзья, мы уже подождали целых 30 минут. И, значит, так теперь поступаем. Включаем сковородку и ждем, когда она у нас нагреется до определенной температуры. Для какой, я не знаю. Ну, достаточно для жарки. Ох, как жарко. Наливаем оливковое маслицо. После того, как налили, значит, делаем растирочку такую вот. Чтобы все хорошо получилось, еще сверху лучка. А, ну бы с любовью. Чтобы определенный вкус палец отрезал. Смотрите, резанул все-таки острым ножом палец. Берем ложку, значит, и наш рассольчик начинаем сверху. Брызгает, конечно, все, но мама вас уругает, если будете так готовить, но если живете одни, то все будет хорошо. Просто берем и даем вину, короче, выпариться по-быстренькому. Потом переворачиваем котлеты, чтобы у нас котлетки не успели перегореть с этой стороны чуть-чуть.
аромат. Вот. Такие вот простенькие, но с хорошим зато мясом. Можно еще соус там подобавлять. Ну, короче, много.